Нет, понимаешь, Т5 и простые шмотки мне. Может, трэш? Смотри, Т5 я два куска покупаю, и будет остается у меня своих два Т10. Это уже ДПС. Трение, по поводу трения, я себе выбью трение, куплю даже. А, бля, Войт, слышь, я забыл, у Надо меня КД на шамане. я сердолик не забыл, на мне на ДК. А я что-то совсем забыл. Мне как раз было ДК делаешь, сегодня шемку. Орел, что насчет ролла на оспе? Вот это за меня не просит, красавчик. Так, ну я-то хилочешку паролю. А я ролю на Энха. Захожу, схожу. Блядь, забыл. Мы же днем ходили и в четверг тогда. После рейда. Сразу в РС пошли. Зачем тебе, кстати, Полина, это Элем в Т5 четырех кусках, еще и Йенха хочешь себе? В мире говно, я тебе сразу скажу. У меня глаза разбегаются ни для кого. Давай пока череп для себя. Лара, пошли ниже канала. А, я танкую. Пожалуйста, пожалуйста. Отложу. А вот вар, который сейчас крестик держал, это он с чем был одет, в Т5 или нет? Крестик сейчас танчил. Который вар, да?
А ты кого знаешь? Вульпер. Давай так. Потому что если Вульпер, он без стрелять вообще. А тут я смотрю, а группа тихонько пропускает. Пожалуйста, вот не танцуйте, ё-моё. А Серёжа не в танке? Случайно. Там не звук, там микрофон надо чуть-чуть выйти. Даже в танке, бага. Он в танке, вот он и танк. Он в фурике, скорее всего, не в танке. Нет, у него ХП, смотри. Вон Бурдхар. Да, твин. Но... Вага ниже спустился, если ты, блин, от него что-то хочешь. Да нет, просто говорят, почему таунтит? Я говорю, Серёжа, он в танке. Вот это Вага. Не надо перетаунтить, тем более с медведя, на мне хорошо висят. Понял. Смотри, стаки падают. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. А, блин, поняла, каково это, да? Сила на исходе, древнейшая. Скоро ты я танкую. К своим друзьям. Я пока не могу использовать эту способность. Хорош. Бурфануло. Ой, сейчас, блин, босс, смотри. Слушайте, ребята, а огромные удержите босса? Это страшно. Вот это удержит, я про маленьких танков. Не сказал я нормально, кто что удержит? Кто что удержит? Респектус удержит. Вот кто вот это, вот кто, кто сейчас вот это сделал? А вот это сейчас сделал, вот это вот, вот фир вот этот вот. Кого кастрировать? Скажите, я кастрирую быстро. Нужно подойти поближе. Давай стан сам. О, спасибо. Так, я стан дам.
Да, тут. Не, почему не? Усмирение, просто кидаешь в босса и в дракона и все. Бросай. О. С учетом трэша? Нет, ну понимаешь, если люди нормально, бросай, снимите. Спасибо. А если люди нормальные, то есть адекватные, все рукастые, понимают то, что им говорят, то это в принципе даже медицин за 15 минут можно привести. Давайте как ФМ, зашли и вышли, да? Горите в огне хозяина! В ХМе мы, кстати, не разошлись, мол. В ХМе она даже не взлетает. Ой, сорвали. Леон будет доволен. Понял. Рысую. Ну, может, медиков убрать к выходу? Где тут обычно разобрался? Сверху? Оль показывала. Да пусть он отходит к дракону, вот где сейчас бить для вот дракона. Вот видишь, вот прям надо мной. Тут я же сигарету брал. А рыбки не будет, да? Лага на какое ему передать что-нибудь? Окей. Блин, давай я тебя подтолкну. Цирк приехал. Десять стаков. Двое сильнее страдания. Ладно. Пока не могу использовать эту способность.
Так, стопники ДПС там кто? Да, я бинды забыл поменять. Дожились, да? Давай, Элим. После ПВП забыл, короче, поменять кнопку. Нет. Можно он? Экстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Это устрашающий вот этот вот трав, да? Просто он дает. Блин, не прожал, пардон. Засмотрелся. Связываемые мышкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так, а рыба есть? А чё тут в обычке одно лезвие? Блин, серьезно, я не троллю, я давно не был. Просто на пол. Нет, может давай респекту все-таки тьму, я вас просто сапрот возьму, ну как, бухну сапрот еще. А ДДшек как дерево. То же сам, что и Ева Каражан. Рыбу жуйте. Вот как стоим, как сейчас стоим, то есть чтобы морда так же стояла, просто еще буду, как зайду, я его поставлю так, чтобы лезвия были у меня, чтобы я на лезвие шел.
А, вот он что. На кого она плюет-то? Так, подожди, я в хиле? А, окей. А то я тут вообще не додысь. Окей, окей, сейчас спекнусь. Секунду, сейчас вернусь. Правильно, долой, киса, долой. Куда долой? А ты в хила. Ты просто один анрол сделал, да? На будущее можно. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало честь. Я ты войд жесткий. Летает тут. Через огонь. Так, все направо, ушли все вправо, босса ушли. Огонь бегу. Крутит, 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 крутит.
Ёла, ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Блин, минус 4 можно было и добить. Так он крутить начал, вот 180 градусов, это чё? Он ДК сорвал. Или стаунтил. Ну-ка, сейчас извиняюсь. Он стаунтил, либо... Я сначала просто не увидел. Можно отвлечь? Там, Лёха, там тут? Шарики там сорвали, и вот... Лёха, КП начисляй. Ебать, прикиньте, мне на бомжа паладина подряд два брюля упало. Ну, либо стаунтил, либо я хуй его знает. Я переспрошу, я в свету? Такое бывает, когда на вторую фазу во тьму заходит и тогда начинает бить, срывает босс. Это... Я также в хрень срывал. А сказки нет, да? Адмирал, кто там с мам... А кто с мамонтом был? Саня, адмирал. Кого маму? А мама был такой с этими. О, спасибо. Ну тут даже этого джипса поставили. Да. А с Твино уже вообще никак, да, бриллианты нельзя на мейна перекинуть? Нет, они персональные. Чё значит перебивает у тебя? Мы же договаривались с тобой. Ну, примерно такую, да. Thank you.
очень благородно. А где да нет, они в могут еще этим ледяным ударом сорвать. А где смотреть таунт рекаунт? Понятно, короче, в скаде этого нету, да? Нужно больше ярости. Извини, в Дискорде тут компу еще не подошла. Сейчас подойду. Я прям соскучилась по ее голосу. А я наоборот нет. Настюха. Ярости недостаточно. Кир, ты тот, пока ребята покажут? Где лучше прожиматься? Стаки накапливать, а потом во тьме сливать? Я проснулся. Ну смотри, если в хэнке, то сейчас, один бурст сразу. Хэнки там адрес, там можно и набрать. Ты не успеешь накопить. Ну да, лучше во тьме прожимать тогда. Один раз кидаешь шипы, чтобы... Я не помню, у тебя есть тотем 90, нет? Нет, конечно, откуда? Тогда просто один раз шипы, потом копишь стаки и на второй сливаешь. И к третьей примерно они уже откидаешь. Покорение стихии из пула, чтобы быстрее набрать. Да. Да. Нужно больше. Блядь, замени меня, если ждать не можете. Я болею тут, пиздец, извините. Сильно не обижусь. Давай я спехнусь. А нам так надо 5 хилов, разве? По 2 кила на каждый сейчас этот. Брюли переставлю. Да. Блин, что тут хилить? Тут вот в свету вообще нечего хилить. Серьезно, я вот все, что сделал за первую фазу, два диспела кинул. Все, больше ничего не делал. А что-то мне не суммонить.
Да, да, я зайти не могу. Почему? Сейчас я это выкину. Ну, выйду. Естественно. КД? Нет такого. Босс, он на месте. Угу, хорошо. Хорошо. Да нет, я же спекалась, да, ману хоть прогинуть. Это уже кинул. Да, хватит. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. Зачем про товара хилить? Слабый. Может, подпортит на меня кинется? Я успела, надо. Я стученько зайду. Придете лишь страдания. Входите, если посмеете. Так, все на левый убежали. Все слева. Тебе самому проще поссать. Все, все. Блин, что-то не это, блин. Шары вроде и так и стояли хорошо, а... Я думаю, то ли. Так было задумано. Можно не надо. Да нет, я без сопрота был. Есть боты на хостом, ребят? Скиньте, я вам... Да, есть, Полин, да, нет. Полин, тебе делать нечего. Чё это с дамагом у этого ханта? У меня больше дамага, чем у него. Какое? Хотя... Я потом почту скину, спасибо. Да-да. Не, писал просто. Блин, да? Блин, мышка.
Дайте рыбу. Затыкали, что ли? Да не было рыбы. Ай, ну я ж бельдиску поставлю. Они... А ты не в нашем рейде, да? Я спасибо. А я хочу. Смотри, изи, на меня падает метеорит, я не умираю, вы стоите, да можете дальше. Вы хорош прикалывался, Ева. Я хил, мне пофиг. Дисплеить. Это моя собака чает. Кто так успел задисплеить? Пусть я не дисплей, давай я подисплею лучше. Он же вынес нормально. Паладин. Да не надо так. Да ладно, пусть ты. Что ты сел на поездку? Лок, выйди. Уйди ты, служи. С меткой чувак опять стоит. Мак убежал себе с дисплея. Это Сорон перебежали. В одну кучу свету встаньте все. Остерегайтесь теней. Еще реально.
Прям к стенке двигались. Стенки, ты не добежал до стенки. Сейчас метеор будет. Что там по герам? Есть. Может, две разом дать? Ну, ДПС плюс-минус одинаковый. На ту сторону. Два гира дам, минус два, минус три. Прибежали, Мика. Лок. Маг, выйди. Лок, выйди. О, господи. Что случилось? Снимаю. Вот Насте бы это кольцо. Ну да, кстати. Спасибо. Ребята, не расходимся, да. Идем в коробочку. Пойдем. Кто-то там нам обещался RS10HM, вроде, нет? Всем пообещал, смотри. Загрузка там произошла. В резку десятку идете, да? Здесь хэнда. На чипку. Да только одну погибли, все. Нет.